эфире прогноз погоды. С вами Антонина Проценко. Здравствуйте. 29 августа отмечается третий спас – Ореховый. Ореховый спас окончательно завершал сезон летних сельскохозяйственных работ. Чуть позже поделюсь своими знаниями об этом мне, а пока о погоде в Туле области на ближайшие сутки. В городе Алексине плюс 17, плюс 28, в Ефремове плюс 15, плюс 28, в Белеве плюс 16, плюс 29, в Новомосковске плюс 15, плюс 28. По прогнозам 29 августа температура в Туле будет колебаться от 16 до 26 градусов по Цельсию. Ясно. Влажность воздуха составит 45-55%. Ветер южный до 4 метров в секунду. Возможно, небольшие возмущения. Следите за здоровьем. По старинной русской традиции в этот день освящали в храме орехи, собранные накануне. Чем больше орехов в лесу, тем богаче урожай хлеба будет на следующий год. А найденный в этот день орешек двойчатка или тройчатка, 2-3 ореха на одной ветке, сулит богатый урожай. На сегодня у меня вся информация. Будьте счастливы и больше улыбайтесь. С вами была Антонина Проценко. Увидимся с вами завтра в это же время.